Завтра в стране пройдет День знаний. 1 сентября в Бобруйске за парты сядут более 23 тысяч учащихся, в том числе 2400 первоклассников. На подготовку учреждений образования к новому учебному году направили более 700 тысяч рублей. В город прибыли 105 молодых специалистов-педагогов, 60 из них бобруйчане. Прямая телефонная линия пройдет 5 сентября в горисполкомах Могилева и Бобруйска, а также во всех райисполкомах области. Курируемые вопросы – социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, оздоровление и санаторно-курортное лечение. В Бобруйске утонул 15-летний подросток. Парень отдыхал в компании сверстников на берегу Березины в районе улицы Комбинационной. Решение нырнуть с обрыва в воду стало фатальным. Позже его тело на трехметровой глубине обнаружили спасатели. Специалисты освода возможной причиной трагедии считают резкий перепад температуры воды. В результате пожара, который произошел в частном жилом доме по улице Московской, пострадал бобруйчанин. С ожогами 70% тела мужчина госпитализирован в реанимационное отделение центральной больницы. В результате возгорания уничтожено имущество и частично стены, повреждена кровля. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 1 сентября в Бобруйском районе пройдет День трезвости. Во всех предприятиях торговли запретят продажу алкоголя на сутки. Ограничения не коснутся продажи спиртного для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.